воєвода Іван Франко. Колись за молоду він був флагманом пасажирського флоту на Чорному морі. Нині йому під 30, вік для теплохода солідний. Але нічого, витримує досить таки жорстку конкуренцію на міжнародних пасажирських лініях Чорного і Середземного морів. Конечно, общий развал и Союза, и для нас в данном случае Министерства морского флота оказалось все-таки тоже очень плохо. Понизилось уважение других стран к нашим судам и к нашему пароходству. Ну, в некоторых моментах уже нам стали не доверять, в смысле платежеспособности, то есть не вовремя оплачивали счета. Значит, получается, что в некоторых моментах даже и задерживают сумму из-за неуплаты счетов уважения. К нам, как большой стране или как Украине, пока еще трудно сейчас завоевать его. Трудно. Большой стране, да. В стране потеряно, в Украине еще не наработано. Да, в Украине еще не наработано. Даже получается до смехотворного, когда мы говорим, что украинское судно, они не знают украинское, что значит Украина. В некоторых портах портовой власти не знают, кто такой Украина. Если говорить, конечно, откровенно, та демократия, которую мы хотели, она пока еще не полностью пришла к нам. И поэтому эта демократия, она немножко граничит с анархией. То есть люди думают, что это демократия, это на самом деле анархия, когда не выполняют распоряжения вышестоящего, можно сказать так, начальника. Они постоянно ремонтировались на Ильичевском судоремонтном заводе. Чувствуется очень отношение уже к судам, которые ремонтируются на Ильичевском заводе. Очень такой пренебрежительный рабочий, чистили подводную часть корпуса. И вдруг, значит, в этот момент потребовалось чистить подводную часть греческого судна. Рабочие, ни слова не говоря, бросили нас чистить подводную часть корпуса и пошли на греческое судно чистить, потому что там они получат валюту. Вот именно из таких вот задержек был сорван первый рейс у нас работы на линии. Можемо засвідчити слова шановного капітана власноруч відзнятими кадрами. Судно, корабель завжди потребує від екіпажу постійної уваги, старанної, часом марудної роботи. Тут підфарбувати, тут підварити, там підтягти гайку чи шуруп. Але коли доводиться в морі робити те, що повинно було бути зробленим на березі, заводських умовах, у цих каютах, до речі, повинні були подорожувати якісь пасажири. А це гроші. Втрачені гроші. Ота сама валюта, якої нашій державі так не вистачає. Значить, щось десь у нашому економічному механізмі не спрацьовує. Чем можем помочь. Так как раньше
раньше, например, у нас вступали в строй, скажем, 5 судов из Германии, пассажирских, крупнейших лайнеров, да, затем 5 судов с Финляндии и 5 судов из Польши. Но сейчас, к сожалению, такой программы нет. И наоборот, у нас сокращаются суда. По-видимому, какая-то программа сокращения идет и никакого восстановления. Конечно, это все обидно, то, что мы попали в такое положение, но я считаю, что к этому должно быть обращено внимание. И то, что, скажем, у нас уже есть программа танкерного флота, это хорошо, но я, например, сам лично считаю, что должна быть программа возвращения украинского